Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налогом на сверхприбыль. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы и видите. В данном письме рассматривался вопрос о том, распространяется ли налог на сверхприбыль на резидентов особых экономических зон. Рассматривая этот вопрос, Минфин указывает на то, что ни положение налогового кодекса, ни положение закона о налоге на сверхприбыль не позволяют сделать вывод о том, что соответствующий налог не распространяется на резидентов особых экономических зон. Исходя из этого, Минфин делает общий вывод о том, что закон о налоге на сверхприбыль распространяется на резидентов особых экономических зон. Другой вопрос, что данные резиденты могут подпадать под категории лиц, которые не должны уплачивать налог на сверхприбыль. Но это уже другой вопрос. Таким образом, резидентам особых экономических зон необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.